Нет, абсолютно согласен. Это просто хотя бы выиграть эту игру. Эпифания Принц атакует и забивает. И счет у нас равный. 2-2. Ой, здорово, Энджело Макотри сейчас вот выбила мяч. 1-1 выход и в корзине. Да, и Энджело Макотри открывает свой. Здесь грамотную позицию заняла Наталья Жедик и эту передачу выловила. Вот сейчас мы вполне увидим быструю атаку. О, как Таня увидела. Макотри, которую никто почему-то не накрыл. Девчонки хорошо нацелены на перехват, вот, например, как сейчас. И очень активно стали играть в защите. С этим мячом. Бросала. А вот у нас Энджело Макотри. Высоко поднялись игроки. Дальний бросок в исполнении Банер. А вот уже второе дальнее попадание. Результативную. Здорово. Читер демонстрирует. Засу демонстрирует курские игроки. Анской Жироне. Соответственно, улучшился процент реализации. А вот тут вновь 3 очка. И отметились набранными очками. Такого ярко выраженного лидера нету. Там по 9 очков у Марты Ксаргай и Лай Палау. Макотри продолжает. Что мешало ей нанести точный бросок. Алена Кириллова. Чуть-чуть пробежка не случилась у нее. Вот Наталья Жедик. Дальний бросок. Точно.